Всем привет! С вами канал Лера Сабирова. Это видео я делаю специально для канала Купи ребенку спешл. Это видео специально на конкурс, на декоративно-креативный конкурс. Суть конкурса была в том, чтобы придумать зверька, питомца для одного из персонажей Ever After High или Monster High. Значит, в моем случае это Ever After High. Я придумала питомца для Мэдлин Хэттер. Это вот такой вот Crazy Bunny. Crazy Bunny как переводится как сумасшедший заяц или очумелый заяц. Я не могу так толком объяснить. Давайте сначала рассмотрим его анкету или так называемый дневничок. Я его сделала, так сказать, в виде дневника. Внизу мы видим цветочек. Здесь надпись Rainbow, Ever After Rainbow. И сделано в такой рамочке. Значит, здесь просто кролик. Это не знаю, что это Crazy Bunny. Просто кролик. И с крылышками. Crazy Bunny, потому что рисовал сам эту обложку. Ему просто нравится так рисовать. Значит, надпись Crazy Bunny. Значит, звездочка, бантик, конфетка, которую я вроде бы пропустила. Надпись Royal Rebels, Rebels. Надпись специально для купиребенку.ру. Потом значок Ever After High вот с такими ключиками из мультика «День наследия». Ключики я прицепила вот здесь. Они от моего дневничка. Вот, отличного дневника. Это, опять же, тот самый кролик, извините. Просто вообще запуталась. Которого рисовал Crazy Bunny. Сделал свою подпись. А сейчас я прочитаю его анкету. Имя Crazy Bunny. Я вам говорю, как переводится Crazy Bunny. Имя хозяйки Мэдлин Хэттер. Особенности. Любит не морковь, а молочные продукты. Он старается следить за своим здоровьем. Возраст 8 лет. Любимое занятие. Брать у Мэдлин с полки разные шляпки, примерять и красоваться ими, как настоящий султан. Не любит. Все-таки приходится Мэдлин отдавать все шляпки, которые он взял для примерки. Любимый цвет. Морской волны. Шляпки такого цвета ужасно красивы. Любимая еда. Как было уже выше сказано, он любит молочные продукты, но больше всего он любит мороженое. Любимый напиток. Какао. Лучшие друзья. Конечно, Мэдлин Хэттер. День рождения, 25 апреля, день безумия. Как вы понимаете, день безумия, это я выдумала. Так, теперь внизу мы видим табличку. Я люблю куперебенку. Опять же, надпись специально для куперебенку. Подпись Crazy Bunny. И сзади мы видим тоже фиолетовый фон, как и на переднике. Потом надпись Rainbow. Так, и надпись для куперебенку.ру. Так, теперь перейдем к самому зайчику. Он просто няшечка. Посмотрите на его большие глазки. Ну что ж, начнем с мордочки. Как я уже заметила, глазки у него очень-очень большие, но все же таки у нас же он чумачечий зайка. Да? Так, дальше все у него, как обычно, идет язычок, носик и две щечки такие. Вот. Сверху мы видим на нем такой новогодний колпачок. Здесь у него было типа сверху 6 синтепом не приклеили. Потом сверху сделали колпачок. Значит, уши у него висячие, очень-очень прикольные. Сам он весь оранжевый. Ну, я могу пояснить, почему кролик оранжевый. У меня просто может отсвечивать то, что он красный. Просто потому, что он однажды бегал по двору. И вдруг он наткнулся на ведро краски. И вот он теперь весь оранжевый. Мэдлин пыталась его отмыть, но отмыла только некоторые части его тела. И так он теперь ходит. Так, его костюмчик очень-очень красивый. На нем такая типа цепочка и с таким вот новогодним колокольчиком. Потом он одет такую вот клетчатую рубашечку в белых и красных тонах. Потом такой комбинезончик с пуговками очень симпатичными. Так, ну и дальше он самый обычный. Лапки у него тоже обычные. И задние лапки тоже обычные. Извините, хвостик простой белый. Все остальное простое. Ну ладно, всем пока, с вами был... извините, чуть не забыла. Каким хитростям мы прибегали и что вообще было трудного? Было на самом деле сначала трудно придумать шляпку, но мы подумали, что сделан новогодний колпак. Так. Мы эту одежду сняли с вот такого вот сувенира. Кроме вот этой цепочки. Эта цепочка была на другом сувенирчике. А этот сувенир теперь абсолютно пустой. Вот, теперь Crazy Bunny у нас очень-очень красивый. Трудности, в принципе, возникали иногда, бывало, когда, не знаю даже, как сказать, вот с мордочкой, например, это все надо было клеить на клей, как бы.
Вот. Ну, это, конечно, очень муторная работа. Ладно, всем пока. С вами была Лера, канал Лера Сабирова. Это видео специально, как я уже говорила, для канала «Купи ребенку спешл». Всем пока!